Русские новости. Добрый день. 3 января 2015 года в Москве на площади около метро улицы 1905 года были незаконно задержаны 6 человек, тех, кто случайно оказался рядом с одиночным пикетом на месте, где московские власти запретили нам проводить митинг. Ну, у них продолжаются каникулы, для себя они организовали вот эти власти самозванные каникулы на длительное время и разъехались кто куда отдыхать, видимо, к теплым морям. И здесь, в Москве, решили, что вообще жизнь должна замереть. Мы подали в соответствии с законом уведомление на проведение митинга на этом месте, на площади около метро улицы 1905 года, Краснопресненская застава. И рассчитывали, что 3 января мы все-таки находимся в состоянии жизнеспособном, а не в мертвецки пьяном виде, в котором находится подавляющее большинство чиновников. Так мы, по крайней мере, вправе предполагать, поскольку нам отказали в согласовании этого мероприятия. И объявили, что место занято. Занято, как и все остальные места, то есть нам не предложили ничего. Занято под новогодние рождественские мероприятия, елки там всякие. Мы, тем не менее, на этом месте собрались, и людей призвали собраться не для того, чтобы проводить митинг. Митинг нельзя проводить, понимаете? Вот если не согласовано, то у нас все запрещено. По Конституции смотрим разрешено, по закону, который продажная вот эта дума, политические проститутки приняли, нельзя, нельзя, не согласовали. Что значит не согласовали? Мы кому-то помешали, мы посягнули на чьи-то права 3 января на совершенно пустом месте. Не было там никаких елок, никого там не было. То есть мы собрались как люди, которые не проводили никакого публичного мероприятия, и лишь один из нас взял плакат и встал так, чтобы было видно, остальные могли к нему подходить, что-то ему говорить, снимать видео, фото. И в этом нет никакого правонарушения. Это осуществление гражданских прав. Одиночный пикет не требует никакого согласования. А тема сохранилась та же самая. Это арест инициативной группы по проведению референдума, точнее, верхушки этой организации. Арест летом 3 человек. И накануне новогодних праздников был арестован Кирилл Владимирович Барабаш. Тоже один из руководителей, из лидеров этой группы, который также входит в состав штаба Русского национального фронта. Этот арест также был абсолютно необоснован, никакой угрозы для общества Кирилл Владимирович не создавал. Он требовал ответственности власти и готовился к тому, чтобы граждане, отдельно от власти, которые референдумы не проводят, все-таки смогли сплотиться, организовать инициативную группу и провести референдум. Власть, как мы видим, ни одного референдума с момента, когда была принята вот эта фальшивая конституция на референдуме, где она не собрала достаточного количества голосов, и с тех пор никаких референдумов власть не проводила, потому что мнение граждан эту власть совершенно не интересует. Организация «Инициативная группа по проведению референдума за ответственную власть» стремилась к тому, чтобы на референдум была вынесена формулировка о принятии закона об ответственности власти. Этот закон также властями и вот всей этой шушерой судебной принят как экстремистский, потому что там действительно устанавливалась очень жесткая ответственность. В момент проведения очередных, скажем, президентских выборов проводится одновременно референдум об оценке деятельности за предшествующий период. И по итогам этой оценки либо выносится благодарность и там соответствующие льготы за успешное управление государством, либо тюрьма. И в соответствии с этим законом человек, который нанес на своем посту существенный ущерб государству, отвечает перед законом об ответственности власти. Это все считается экстремизмом. Наша власть нынче не отвечает вообще ни за что. Избрали депутата, и все, он может забыть о своих избирателях. И так подавляющее большинство и делает, потому что избираются они от партии. У них хозяева партии, а не избиратели. Перед избирателями отчитываться совершенно не нужно. И даже губернаторы, которых назначал президент, отчитывались даже не перед самим президентом, они отчитывались тем, сколько голосов получит правящая партия.
назначены президентом вроде, отвечают за то, насколько политическая партия «Единая Россия» популярна в народе. Ну, она абсолютно не популярна, это мы знаем наверняка. Но главное сделать вид, что она популярна. Вот за способность сделать вид, что нынешняя власть хоть как-то популярна, и производилась оценка деятельности губернаторов. Вот там действительно ответственность железная. Либо в тюрьму, если ты не вылизываешь пониже спины у вышестоящего начальства, либо почести, слава, награды, и даже когда ты совершенно провалился в своей работе, тебя назначают на какую-нибудь должность немаленькую, почетную и хорошо оплачиваемую. Как это произошло с Сердюковым, который полностью развалил армию, обороноспособность страны, фактически совершил акт государственной измены, его Путин пересадил на весьма почетное место, заниматься там авиапромом, ростехнологиями и так далее, и так далее. И так происходит со всеми. Вот если человек проявляет хоть минимальную самостоятельность, и где-то он брякнул что-то скептичное в отношении всенародно избранного, вот этого очередную мумию вырастили у нас, то выращивали мумии из генсеков КПСС, потом вырастили мумию из Ельцина, который первоначально-то был, в общем-то, вполне нормальным человеком, приближенным к земле, а потом стал политической мумией. Вот теперь из Путина сделали такую политическую мумию, и ей надо обязательно поклоняться, как вот идолу такому гниющему, уже совершенно разложившемуся, но если ты чувство отвращения хоть чуть-чуть проявил, все, находят у тебя те нарушения, которые были или которых не было, главное, что находят, и ты идешь по этапу. Если раскаиваешься, то тебя, может быть, мирно отпускают. Поделился всем своим достоянием, которое непосильным трудом, 3 портсигара импортных, там, 3 куртки замшевые, все отдал, и тогда ты можешь там спокойно где-то существовать и вести там свой крохотный бизнес, который тебе оставляют в качестве такого пенсионного содержания. Если нет, то по полной программе сидишь в тюрьме. Вот такая ответственность должна быть перед народом, а не перед гниющей мумией. Вот если эта ответственность была бы установлена, у нас бы не было такого разгула воровства, такого разгула измены и такой глубины недоверия граждан к политическому режиму, к чиновникам. Граждане, впрочем, тоже побаиваются вот этой мумии, и поэтому, когда проводят всякие соцопросы и спрашивают, ну, что ты, любишь Путина? Да, конечно, люблю, ну что вы, зачем вы меня спрашиваете? И так, посмотрите на мое лицо, я же добропорядочный гражданин, поэтому люблю, конечно, люблю. Ну, отсюда и рейтинги соответствующие, которые лопнут в одночасье, в один момент, когда только начнут спрашивать в другой обстановке, когда уже будут проблемы с холодильником, и холодильник победит телевизор, тогда вопрос на вопрос, любишь ли ты президента, будут бить по лицу, а не отвечать там да или нет. Так вот, вернемся к ситуации с этим одиночным пикетом. Ну, пришли граждане, они находятся на площади, и вот то, что они находятся в виду одиночного пикета, не проявляют к нему равнодушия, это страшно беспокоит ныне действующее начальство, не только полицейское, но и тех, кто сидит в мэрии Москвы. И вот это беспокойство привело к тому, что произошло массовое задержание. Причем задержание происходило очень адресно, то есть не случайных людей, вот, ну, собрались люди, которых, ну, скажем так, узнать в лицо было достаточно тяжело. Скажем так, эти люди по большей части нигде не светились, не выступали на митингах, не организовывали эти митинги, не проводили шествия, не выступают против этой власти, хотя и поддерживают тех, кто это делает публично и, можно сказать, от их имени. Задержали 6 человек, и из них 5 человек – это члены штаба Русского национального фронта. Как это полицаи вот так точно угадали? Я могу сказать, что указывали прямо пальцем, кого необходимо забрать. Держал человек плакат или не держал, стоял рядом с пикетчиком или не стоял, никакой разницы не было. Главное, что он здесь присутствовал, и его приказано было задержать. Вот так задержали 6 человек, но случайно среди них оказался тот, кто в штаб РНФ не входит, но тоже является нашим соратником и единомышленником. Прежде всего, здесь всем распоряжался некий Махонин Александр Александрович. Это вот этот вот полковник. Он считает, что он имеет право трактовать закон, выдумывать что-нибудь там в дополнение к закону, объявлять правонарушением передачу плаката из одних рук в другие,
и считать, что раз один человек другому передал плакат, и тот встал в одиночный пикет, то это является нарушением закона. Этот негодяй уже давно известен, как оказалось. Мы, конечно, его в лицо не знали. Если бы знали, может быть, мы по-другому бы себя вели. Просто действительно нам пришлось бы разойтись. Отчасти, как мы себя вели бы в ситуации, когда бы знали, что это за махонин, что это за подонок. Я думаю, что мы просто раздали бы плакаты в свернутом виде и разъехались бы в разные стороны и провели пикеты там, где нас не ждали. Но вот здесь, как оказалось, нас ждали. И такой есть спецполковник Махонин Александр Александрович. Давайте запомним это имя. Это один из первых русофобов, кто должен быть непосредственно арестован сразу же после приведения во власть русских людей. Махонин Александр Александрович. Этот человек известен незаконными действиями в течение длительного времени. Причем за очень короткий срок он вырос от майора, в прошлом году был подполковником, сегодня уже у него 3 громадные звезды. Видимо, в самое ближайшее время он получит генеральскую должность, поедет, может быть, где-нибудь в регионе, обычно таких подращивают в регионе, там еще одну звезду упадет ему там через пару лет. И все, вот такой новоиспеченный кадровый генерал от полиции, негодяй из негодяев, будет поставлен на одну из высших должностей. Так, собственно, они и выращивают свои негодяйские кадры, проводят антиэлитный отбор. Люди без чести и совести, вроде полковника Махонина, это и есть их золотой фонд. Их золотой фонд, вот этой коллегии жрецов золотого тельца. Вот таких они и выращивают людей. Этот человек всем командовал. Когда мы спросили, что за фрукт у полицаев рядового состава, они сказали, он не наш, мы даже не знаем, как его зовут. Они не знают, как его зовут, но выполняют его распоряжение. Ну, потому что есть еще промежуточное звено. Вот в промежуточном звене некий капитан, который назвал себя фамилией Кузнецов. Так ли его зовут или иначе, но, по крайней мере, он с гордо поднятой головой назвал свою фамилию Кузнецов. А вот как он себя вел. То есть этот человек непосредственно отдавал указания, показывал пальцем, кого задерживать. То есть он был в курсе дела, скорее всего, ему предъявили фотографии, кого необходимо задержать в первую очередь и главным образом. Ну, видимо, сил полиции как раз и выделили для того, чтобы атаковать именно руководство Русского национального фронта. Из руководителей РНФ в одиночный пикет вставали 2 человека, задержали 5. Интересно, да? Особенно тех, кто стоял рядом. Вот я снимал видео, очень хотел взять плакат, но как-то вот не успел. Я чувствовал, что обстановка напряженная, вот-вот начнут хватать. Я думаю, если я сейчас возьму плакат, наверное, меня сразу же задержат. И, в общем, так оно и произошло, только плакат я не успел взять. Я взял видеокамеру, снимал интервью. И вот с этой видеокамеры прямо процесс взятия меня под белые руки был зафиксирован. Ты просто пошло и грубо арестовал. А что вы меня задерживаете? Я вот снимаю видео. Я не участвую в пикете. Вы видите, что я держу плакат, я его держу свернутым под мышкой. Поэтому, пожалуйста, не надо ко мне там предъявлять претензии. Берем. Почему задерживаете? Берем. Никто из тех, кто меня задерживал, не представился. Вот этот капитан представился мне уже после, когда я выходил из автозака, увидел его на своем пути, остановился и спросил его фамилию. Он сказал: Кузнецов, капитан Кузнецов, давайте тоже запомним эту фамилию. Я думаю, что он в ближайшее время, уже в этом году, будет майором и дальше пойдет по пути вот этого полковника Махонина. То есть это такой тоже кадр, который выращивается в данном случае в первом полку патрульно-постовой службы. Мы не раз видели, как эти патрульно-постовые негодяи расправляются с участниками общественно-политических мероприятий, вне зависимости от того, какие там лозунги провозглашались. Мы просто видим тотальное беззаконие, и ничем другим эта власть удержаться не может, только тотальным беззаконием. И в данном случае тоже рядовые сотрудники первого полка ППС по приказу вот этого конкретного капитана Кузнецова проводили задержание, беззаконное задержание. При этом они не называли своих фамилий, они не объявляли, в чем состояло правонарушение. Лишь когда мы садились в автозак, когда нас туда впихивали, ну так мы не особенно сопротивлялись,
потому что как-то толкаться смысла не было, нас особенно никто и не толкал. Вот. Но, по крайней мере, уйти нам никто не позволил. Даже когда я с видеокамеры пятился назад, меня все равно хватали за руки, я снимал этих людей в лицо. И там видно, что они не представляются и не говорят, какое правонарушение я совершил. Вот. И только в автозаке вот этот капитан сказал, что мы нарушили административный кодекс 20.2. Такая статья есть. Это нарушение при проведении массовых мероприятий. Но он не назвал, какое действие подпадает под эту статью. Он называет статью, действие он не называет. Следовательно, задержание было беззаконным. На месте были условия для того, чтобы написать протоколы о задержании. Автозаков было две штуки, и в каждом из них, из тех, кто задерживал, мог сесть и написать соответствующий протокол. Ничего этого сделано не было. Это тоже является нарушением. Целый час нас держали в этом автозаке. Он неторопливо подъехал к Пресненскому отделению внутренних дел и простоял там рядом с дверями около часа. Мороз был порядка 15 градусов, мы двигаться не могли в этом обезьяннике зарешеченном. И, в общем-то, пришлось нам не сладко. Мы требовали, чтобы нас немедленно либо отпустили, либо запустили в помещение УВД. Несколько раз вот эти добродушные ребята, которые служат поганому правительству, бегали из первого полка ППС, бегали в ОВД и говорили, что вот там мерзнут, и нам говорили сейчас-сейчас, и, в общем, со всеми были добродушны. Зачем только эти добродушные ребята служат в такой поганой службе? Ну, можно сказать, почему. Потому что внутри ОВД мы посмотрели, сколько стоит быть сотрудником полиции сегодня, рядовым сотрудником. 40 тысяч рублей плата, плюс еще разные льготы. Вот среди льгот это бесплатное юридическое образование, оплаченный учебный отпуск, то есть пошел учиться, тебе отпуск оплачивают, бесплатный проезд по Москве, а также надбавки за выслугу лет, за сложность, напряженность, специальный режим и так далее. То есть 40 тысяч рублей – это базовая ставка для службы рядового сотрудника ОВД. А сколько получает, интересно, полковник Махонин или капитан Кузнецов, я думаю, что это очень такие солидные суммы даже по столичным меркам. Это раза в два, в три превышает профессорскую зарплату в любом университете, даже в университете имени Ломоносова. Так вот, за это они и работают, за эти деньги, которые они не хотят потерять. Ну, а мы, в общем, не хотим потерять свою страну, поэтому все эти люди, даже рядовой состав, подлежат тоже ответственности, подлежат законному суду за неправомерные действия, за исполнение преступных приказов. Преступные приказы они выполняли, надо сказать, в этот раз не шибко рьяно, скажем так, руки не заламывали, не тащили, не... даже когда пытались организовать досмотр, не сильно настаивали. Я отказался расстегивать свое пальто, и они как-то быстренько забыли о том, что я отказался. И капитан Кузнецов, я смотрел, вот как он обыскивает Кирилла Евгеньевича Мямлина, вот он его карманы ощупывает, ну какая же мерзкая скотина, вот просто смотреть на это тошнотворно и отвратительно. Разве офицер, имеющий представление о чести, может действовать так, как действует капитан Кузнецов? Ни в коем случае. Это совершенно негодяйское, отвратительное поведение. И то, что он не знает закона и не желает его исполнения, это еще более отвратительно, как действие не просто не профессионала, а человека, который сознательно нарушает закон. Ну что ж, дотащили нас, довезли нас до вот этого треклятого Пресненского отделения, где, наверное, многие политические деятели и просто ответственные граждане побывали, и зашли мы туда, провели мы там больше 4 часов. Кто там всем распоряжался? Некий майор Феликс Нигматуллин. Феликс Имамеддинович Нигматуллин. Начальник ИАЗ, так указано на стенде, это, видимо, инспекция административных задержаний. Феликс Имамеддинович Нигматуллин, который подошел через 3,5 часа, подошел к нам и сказал: ну что, ну давайте мы побыстрее все сделаем, мы сейчас быстренько оформим протоколы, вы подпишите, если не согласны, напишите, что не согласны, и быстренько разойдемся. 3,5 часа прошло. У него спросили: а как вас зовут? Он представился: Феликс.
потому что был не при форме и, видимо, торопился убежать домой, а ему по телефону начальство отвечало: держи сколько только возможно. Вот он держал больше 3 часов, по административному кодексу положено не больше 3 часов держать или нам предъявлять уже серьезное обвинение в нарушении каких-то уголовных статей. Видимо, на это добро он не получил или ждал, получит или не получит. В конце концов, не получив ни да, ни нет, решил нас быстренько отпустить и оформил протоколы, которые были продиктованы вот неизвестно кем, то ли Кузнецовым, то ли вот этим Феликсом Нигматуллиным, то ли капитаном, то ли майором. Написали вот эти рядовые сотрудники патрульно-постовой службы совершеннейшую чушь. То, чего никогда не было. Мы уже несколько раз проходили подобные ситуации, когда по указке своего начальства рядовые сотрудники, там сержанты, от рядовых до сержантов, пишут в протоколах совершеннейший бред, а потом их переписывают. Вот если бы Нигматуллин был честным человеком, каким он прикидывался, то он бы просто не стал оформлять эти документы, ничего подтверждающего слова из протоколов, оформленных вот этими рядовыми сотрудниками 1-го полка ППС, просто не было. И он прекрасно видел, как все это дело оформлялось, как это писалось, как под диктовку все это делалось. Причем я предполагаю, что там подписи тоже были подделаны, потому что чего там понаписали в исходных материалах, думаю, что скорее всего просто расписались все эти рядовые сотрудники, а потом за них там что-то одним и тем же почерком все было вписано. Так было в 2012 году, когда было массовое задержание активистов партии «Великая Россия» перед русским маршем по доносу, который пришел, мы знаем, из рядов тех людей, которые сами себя называли лидерами русского движения, на самом деле были вовсе не русскими и не русским мировоззрением, у них голова была наполнена, поэтому они опустились до форменного доноса. Тогда 23 человека были задержаны, 23 фальшивых протокола, 23 приговора. Мировые судьи Коробченко и Ломазов тогда по этим фальшивым протоколам также фальшивые приговоры оформили по 10 тысяч рублей штрафов, хотя это противоречило решению Конституционного суда. Потом были апелляционные жалобы, и судьи Замоскворецкого суда точно так же один в один проштамповали все эти решения, хотя им предъявляли доказательства, что никакого там шествия не было, задерживать было не за что и так далее. Все это было проигнорировано, я думаю, что будет проигнорировано и сейчас. И вот эти вот протоколы, которые написаны под копирку, 6 совершенно идентичных протоколов, будут, скорее всего, в мировом суде рассмотрены и будет принято решение об административной ответственности, что правильно нас задержали. Ну, разве ворон ворону глаз выклюет? А если мы, скажем, подадим жалобу, то она будет рассмотрена таким же образом, как и в 2012 году, когда мы жалобу в прокуратуру подали о незаконном задержании, открыли дело, мы ходили к следователю, все это записывали, вызывали тех полковников, которые командовали незаконным задержанием, тоже снимали показания с них. Потом, без ознакомления нас с этим делом, задним числом, следователь написал писульку, 3 месяца, на 3 месяца сдвинув написание этого письма в прошлое, прислал фальшивку о том, что оснований для возбуждения дела нет. Ну, мы же не сумасшедшие, мы были у этого следователя, мы давали устные показания, мы подписывались под своими показаниями, даже в письменном виде их на флешке я принес, все это было перенесено, все мои показания были перенесены в протокол, я его подписал, и все. И потом все это дело было уничтожено, и мне прислали бумажку из 3 строк, что дело открыто не будет, хотя оно было открыто. Вот такой же фальсификации мы ожидаем и сейчас. Я думаю, что каждый из нас вправе подать заявление о совершении преступления вот преступной группой в составе Махонин, Кузнецов, Нигматуллин и лиц, которых, фамилии которых мы не знаем. Они оформили незаконное задержание и такой фальшивый протокол. Что в нем значилось? Принимал участие в проведении публичного мероприятия, в скобках пикета, без подачи уведомления, чем нарушил федеральный закон о собраниях, митингах и так далее. Появился в составе группы из 5 человек, выкрикивал лозунг «Позор России» и держал плакат «Судить власть, право народа, а не экстремизм, свободу Кириллу Барабашу, патриотов во власть, воров на нары», после чего передал плакат другому участнику мероприятия.
на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить свои действия, не реагировал, после чего был задержан сотрудниками полиции. Ну, бред здесь горячечный написан, во-первых, из чего следует, что был пикет, который был не согласован. Откуда они вообще знают, что согласовано, что не согласовано? Вообще заявка подавалась на митинг, и она не согласована. Пикета массового не было. А даже если бы он был, то каковы причины задержания? Что кто-то что-то выкрикивал и держал плакат? Это, конечно, бред сивой кобылы, то есть я понимаю, что если совершаются какие-то действия, посягающие на права граждан, здесь ни на какие права граждан никто не посягал. Все стояли в стороне, никому не мешали, из-за праздников поток пассажиров, входящих и выходящих из метро, был очень незначителен. Так чьи права мы нарушили? Я думаю, мы нарушили спокойствие полицейского начальства, которому было поручено запретить все вообще на праздники, потому что начальство этого начальства изволят отдыхать либо где-то у теплого моря, либо беспробудно пьянствовать, как принято в этой среде. И вот они пишут этот бред, что там какая-то группа из 5 человек, хотя на площади стоял, наверное, человек 40, может быть, 50. Вот, если мы были в составе группы, то в составе вот такой группы. Из тех, кто задержан, плакат держали только двое, причем не держали вместе, хорошо. Передал один человек другому плакат. Это что, какое-то правонарушение? Это означает, что уже пикет у нас стал массовым. Один человек как стоял, так и стоит на площади, никому не мешает. Те, кто ему сочувствуют, в том числе и из граждан, которые не знали о проведении этого пикета, приходили, уходили, никак не были причастны к этому пикету, ни одного флага или ни одного плаката больше не держали. Это был одиночный пикет, только один пикет заканчивался, начинался другой. Но это не означает, что проходил массовый пикет. И вот этот полковник Махонин придрался к тому, что пикет из рук в руки передавался. И что из этого? Кто вправе сделать вывод, что это превращает одиночный пикет в массовый? По крайней мере, уж не господин Махонин, и не господин, конечно, его господином называть даже противно, мерзавец Махонин, не мерзавец Махонин имеет право делать такой вывод. Такой вывод может сделать суд. Но в суд я лично не пойду, потому что я знаю, что там произойдет. Я знаю, каковы судьи. Это вот есть специальный полковник, звездный полковник Махонин, которого готовят на повышение. Есть капитан Кузнецов, которого тоже готовят на повышение. Два мерзавца. И к ним пристыковывают еще к вот этой преступной группе следующее звено, звено судебное. Еще какого-нибудь мерзавца, типа вот тех, кого я упоминал, Коробченко, Ломазов. Значит, два судьи, которые быстро получают должностной рост. До этого я помню судью Кузнецова в Черемушкинском суде, который рассматривал наше дело о регистрации партии «Великая Россия» по нашему иску к Росрегистрации, и он просто проигнорировал вообще все доказательства фальсификации дела, они все были налицо, все было оформлено задним числом, и этот Кузнецов очень быстро вырос до судьи Мосгорсуда, где судил, закрывал русские патриотические организации, судил русских людей. Вот этому мерзавцу предоставили возможность роста. Где он получил свое образование? Где? У меня такое ощущение, что вот этих псевдосудей готовят где-нибудь в спецслужбах и направляют на судебную деятельность, и они выполняют самую грязную работу. Так же, как и вот первые и второй полки ППС, это как раз вот эта пехота для выполнения самых грязных дел. Я думаю, что все, кто служил вот в этих структурах, они все должны быть привлечены к суду, в конце концов и рассмотрены все эпизоды их участия в противоправных действиях против граждан и, прежде всего, против национально-патриотического движения, против русских людей. Здесь они правильно написали то, что было на одном из плакатов, вот один плакат мы держали: «Судить власть, право народа, а не экстремизм, свободу Кириллу Барабашу, патриотизм патриотов во власть, воров на нары». Это совершенно правильно было написано. Ну, я лично этого плаката не касался. Тем не менее, у меня стандартная такая же, абсолютно такая же запись находится в моем протоколе. Я отказался подписывать весь этот бред, но некоторые из задержанных подписали этот протокол, свои возражения там оставили. Вот особенно любопытно, как задержали Елену Рохлину, Елену Львовну Рохлину. Когда уже все были задержаны и плакаты уже были свернуты и людей тащили к автозакам, Елена Львовна поинтересовалась у полицая, за что задержали вот этого человека. Ее тут же схватили и потащили дальше. То есть она в принципе не могла участвовать, не могла держать плакат, потому что плакаты уже были отняты, она только вышла из метро.
Елена, а вас что? Да я вообще ничего не успела понять. Да я вообще ничего не поняла. Уже за оскорбление ментов на Дронго ловили. Оскорбляла после того, как он сильно меня дернул за руку. Подернул, потому что я спросила, на каком основании его забирают. Вот такие действия, я думаю, что тоже по фотографиям было приказано, кого задерживать, и вот еще один человек появился из тех, кого было приказано задержать, и его тоже схватили, точнее, ее, Елену Львовну. Вот. Потом, что здесь, какой бред? Здесь написано, что передал другому участнику плакат, то есть по требованию полиции. Человек прекратил свою деятельность, то есть он участвовал в одиночном пикете, держал плакат. Потом ему сказали, ты неправильно действуешь, что это на самом деле пикет не одиночный, это пикет массовый, значит, ты совершаешь правонарушение. Он отдал плакат и ушел. Оказывается, он после этого все равно остается правонарушителем, и его можно задержать. За что? За то, что он передал плакат и прекратил свое участие в одиночном пикете? За что? Здесь прямо опровергается само право совершить задержание человека, который прекратил свои действия. В конце написано, на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить свои действия, не реагировал, после чего был задержан сотрудниками полиции. Но ведь он передал плакат другому участнику, как здесь написано. Раз он передал плакат, значит, он как-то отреагировал. И опровергнуть это абсолютно невозможно. Следовательно, все то, что здесь написано, это действительно бредятина. Или признание того, что задержание было абсолютно незаконным. И, наконец, самое отвратительное – это выкрикивал лозунг «Позор России». Вот позор ментам или позор полицаям, я думаю, что мы бы могли выкрикивать. Потому что действительно это позорная служба, и мы видим, как она позорно действует. А вот кричать «позор России» мы никогда бы себе не позволили. Мы не либерасты, мы не какие-нибудь укранутые псевдонационалисты, которые являются сепаратистами и анархистами. И вообще нам никогда друзьями не бывали и быть в принципе не могут. Вот. И в том, что произошло, я лично усматриваю продолжение деятельности организованной преступной группы, которая готовит пришествие во власть новой либералистической волны после путинской, скажем так, условно кудринской, касьяновской. И в этой структуре важное место занимает мэр Москвы Собянин. В общем-то, мэр Москвы – это очень серьезная должность. Кто побеждает в Москве, тот получает контроль за всей страной. Так обычно бывает в истории. Собянин, напомню, составил альянс с либералом Навальным. В 2014 году, когда они вместе провели выборы, обеспечили явку, имитировав схватку между собой. Именно Собянин предоставил возможность Навальному войти в эти выборы, потому что муниципальный фильтр не мог бы пройти никто. И когда члены «Единой России» чуть ли не насильно всучили Навальному свои подписи о том, что они поддерживают выдвижение его кандидатуры, это фактически было совершение акта сговора, потому что «Единая Россия», естественно, Навального не поддерживала и за него не агитировала, но продвинула его на выборы. То есть обе стороны здесь участвовали в обмане граждан. И либералистическая, болотная, и ныне действующая власть в лице Собянина. Это все было сделано, конечно, с ведома Кремля, вот этой гниющей мумии. Был составлен такой альянс, и этот альянс позволил имитировать, фальсифицировать выборы, и дальше Собянин и те, кто является его хозяевами, назначают на разные должности людей, совершающих постоянные преступные действия. Среди таких людей сотрудники руководства Департамента региональной безопасности. Ее возглавил некий Майоров, его заместитель Олейник. Майоров и Олейник, это, как я представляю себе, поскольку никаких данных об их биографии вообще нигде нет, это сотрудники спецслужб, которых перевели из, значит, категории людей, которые там тайно охотились на неизвестно на кого, перевели вот в категорию тех, кто публично охотится на патриотов, на национал-патриотов, на националистов. Ну, они могут охотиться и на болотных, но с болотных и мы видим, составлен сговор. Поэтому господину Олейнику поручено совершать акты, преступные действия, дезинформируя граждан. Вот мы пришли на место, где, которое должно было быть занято какими-то рождественскими мероприятиями. Никаких действий, никаких мероприятий там не было. В 2014 году тот же самый Олейник также нас обманул, заявив, что на Триумфальной площади будут какие-то мероприятия, другие организации подали свои заявки раньше. Мы пришли на это место, тоже установили одиночный пикет. Никаких граждан, никаких там митингов, ничего этого не было.
Ничего не было. То есть господин Олейник – это сознательный лжец. Такой же лжец и негодяй, работает в Центральном административном округе, заместитель префекта Воронцов, тоже так же вот извлеченный из какой-то помойки и поставленный на это место для того, чтобы постоянно обманывать, лгать, нарушать законы. Его прикрывают от любого нарушения закона. Когда на незаконные действия мы подаем в прокуратуру, прокуратура говорит, нет, нет причин, или вообще просто не отвечает. Когда уже очевидно совершенно, когда там применяется формулировка, нет объекта пикетирования, какой может быть объект пикетирования, поэтому нам запрещают проведение пикета, мы пишем, что в законе не указано это в качестве причины запрета проведения пикета, и прокуратура должна возбудить уголовное дело против господина Воронцова. Нам прокуратура просто не отвечает, пересылают между инстанциями друг друга и просто замалчивают, дожидаются момента, когда мы просто устаем заниматься этой перепиской. То есть прокуратура Москвы тоже находится в сговоре с этой преступной группой, куда входят Собянин, Навальный, Майоров, Олейник, Воронцов, вот я перечисляю, и примкнувшие к ним вот майор Махонин, который, извините, полковник Махонин, ну, был он совсем недавно майором, который исполняет вот особо грязные мероприятия, вот специалист по грязным делам полковник Махонин. Это преступная группировка, вот она привлекает спецполковника, а тот уже привлекает 1-2 полк ППС уже как вот инструмент исполнителей, которые готовы исполнить все, что угодно, за ту зарплату, которую я назвал. Для рядового, без всяких надбавок, это 40 тысяч. Вот я думаю, правда, им сейчас начнут задерживать зарплату, и ну пусть им хотя бы в этом будет нехорошо, потому что за их преступную деятельность им вообще надо сидеть всем в тюрьме. Ну, они сейчас будут, ну хотя бы им не всегда будут платить надбавки, не всегда будут платить вовремя зарплату. Пусть хотя бы так. Но, скорее всего, в Москве будут, конечно, подкармливать всю эту негодяйскую братью. Но главное, мы видим вот этот сговор, куда входит, кстати, еще Московский исследовательский центр, который фальсифицирует экспертизы по делам против националистов, национал-патриотов. И вот это все кубло организовано для того, чтобы так называемая пятая колонна, которую сейчас в Кремле клянут, пришла к власти. Когда надо будет заменить Путина, выскочит откуда ни возьмись, хорошо профинансированная группа, скажет, вот это профессионалы, смотрите Кудрин, он все знает, смотрите Касьянов, он был премьером, эти люди знают, как управлять страной, они вообще добиваются свободы, они критикуют предшествующую власть, они все поставят на свои места». И если граждане в этот момент им поверят, то все пойдет ровно так же, как шло до сих пор. Измена и воровство. Вот характеристика ельцинского периода, где Касьянов с Кудриным были, путинского периода и постпутинского. Если мы позволим либералам захватить власть, будет происходить то же самое. И для того, чтобы, подчеркиваю, чтобы это произошло, вот организован инструмент в составе майоров Олейник, МИЦ, Московский исследовательский центр, Собянин, либерасты, которые все это дело обслуживают, полковник Махонин, капитан Кузнецов, вот вся эта преступная среда создана, уже она подпитана, хорошо профинансирована, проинструктирована. Злобность этих людей, которым мы, когда мы с ними сталкиваемся, совершенно очевидна. Они желают нам, ну, скорее всего, просто смерти. Вот когда смотришь в глаза, там вот я капитану Кузнецову посмотрел в глаза, послушал полковника Махонина, но это люди, которые просто нас ненавидят лютой ненавистью. Я думаю, что мы должны ответить им тем же, но действовать по закону. Они действуют по беззаконию, мы по закону. Но закон тем и жесток, что он неотвратим. Поэтому мы должны объявить, что действие закона, который мы примем как русская власть, будет неотвратимо для этих лиц. Мы их предупреждаем, мы желаем им того, чтобы они прекратили свою преступную деятельность. Господин Майоров, господин Олейник, прекратите свою преступную деятельность. И, может быть, закон все-таки будет к вам смягчен в связи с этим. Уходите на пенсию, там, не знаю, уезжайте из страны, вам легче будет, понимаете? А когда произойдут неизбежные изменения, тогда даже ваши хозяева от вас отрекутся, и все те льготы, которые вы получали за время своей службы, они покажутся ничтожными перед теми страданиями, которые будут у вас, у вашей семьи, ну и у страны в целом. Поэтому мы просим вас, просто отойдите в сторону. Может быть, на ваше место не найдется очередного негодяя. И тогда власть как-то начнет наполняться более приличными людьми. Мы предлагаем негодяям прекратить свою преступную деятельность. Вот и все. Ну, завершая свое повествование о задержании 3 января 2015 года, хочу сказать, что Русский национальный фронт и входящие в него организации продолжают действовать. Они формируют антиэлиту по отношению к этой власти и к той либералистической пятой колонне, которая готовится ей на смену.
И мы уверены в том, что все изменится в самое ближайшее время, что победа национально-патриотических сил состоится, что нынешний преступный воровской изменнический режим будет разгромлен, и Россия начнет восстанавливаться после этих лет беспредела. Гражданские права будут восстановлены так, как мы и хотим. Независимо от того, какие взгляды люди выражают, если они действуют по закону, для них должна быть обеспечена свобода в соответствии с конституционными нормами ныне действующей Конституции, которая, конечно, будет заменена русской Конституцией, но в ней права и свободы будут гарантированы и защищены. Право на митинги, шествия, демонстрации будут защищены. А полицейские чины будут постоянно находиться под подозрением о беззаконных действиях. Их действия будут контролировать граждане, а не их начальство. И граждане будут определять, судить ли полковника Махонина или оставить его в покое. Я думаю, что сейчас вот по ныне действующим обстоятельствам найдется немало людей, которые лично от этого человека пострадали. Ну, да, он скажет, что он выполнял чьи-то приказания, пусть назовет эти фамилии, и тогда ответственность этих лиц тоже будет рассмотрена. Я думаю, что ближайший начальник к этому человеку – это господин Олейник, который дезинформирует граждан и дезинформирует полицию, объявляет, что какой-то там митинг будет и будут какие-то нарушения, и вот в это место призывает полицаев для того, чтобы похватать тех, кто наиболее активен, показывает им фотографии, кого необходимо задержать прежде всего. Вот. Я думаю, что мы расплатимся с этими людьми, мы их будем дальше прославлять, и полковника Махонина, и капитана Кузнецова, и вот этого доброго майора Феликса Нигматуллина. Мы тоже запомним его доброту, да, что он так добр к правонарушителям, что готов обвинять нас, добропорядочных граждан, которые не нарушали закон, в чем угодно, в том числе и в нелояльности к России. Мы, конечно, к нынешнему режиму абсолютно нелояльны. То есть мы готовы к его уничтожить в любой момент, поддержать всех, кто сделает это. Если наших сил не хватит, то мы готовы поддержать тех, чьих сил хватит. Но к России мы не просто лояльны. Россия для нас родина, и Россию позорят эти люди. Не Россия позорная страна, а позорны вот эти люди. Майоров, Олейник, Махонин, Кузнецов, Нигматуллин и так далее. Вот эти люди позорны для России, они позорят Россию. А мы хотим ее прославить, и поэтому мы победим. Слава России!